Всем привет, дорогие друзья, с вами Костыль, добро пожаловать на новенький видос. И что ж, я опять нахожусь в этом прекрасном городе, в скобочках нет, друзья. Мне этот город уже не нравится, потому что я только что хотел купить мороженое, но тут цены такие космичные, друзья, 150 рублей за обычный рожок, вы понимаете? Ну что это такое? Ну что это за беспредел, друзья? Честно говоря, у меня даже денег с собой нету, блин, у меня не все на телефоне вообще, как бы на карте. А тут еще даже терминала нету, ну что это за беспредел, друзья, реально. Подождите, мне кто-то звонит. Так, здрасте, кто это? Так, ну что, привет. Давно не виделись, так сказать. В смысле? Это ты тот чел? Слушай, чел, я не хочу выполнять твои задания, мне это не нужно вообще абсолютно. В смысле не нужно? Ты рофль, что ли? Или как его там, по-вашему? Значит так, у тебя будет... целый день выполнить это задание. Иди в жопу, я ничего не буду выполнять, понял? Я не обязан, все, иди в жопу отсюда. Ну, друзья, прицепился, конечно. Ё-моё, чё я здесь забыл? Ты кто такой? О, ты проснулся. Ты кто? Меня прислал тот самый человек, потому что ты не выполнил задание. Зачем? Ё-моё, так и знал, что не надо было связываться с вами. Трындец. Слушай, может договоримся как-то, а? Не-не-не-не-не, мне за тебя ещё награду дадут. Да какое вознаграждение, за что? Ты, блин, капец какой-то, ох. Так, ну может, реально давай договоримся там что-то, ну я не знаю, я тебе могу денег дать, в принципе, и все, скажешь, что ты меня закопал там вот это все, да, на самом деле нет, в принципе, ну, да, как бы. Не, я думаю, нет. Ну блин, ну зачем, капец какой-то, что это такое? Индец, блин. Чего? Кто там стрельнул? Чего? О, привет, Костян, ну что? Что бы ты делал без меня? Чего? Павел Юрьевич, боже мой! Я вас так рад, никогда просто вообще не видел, просто... Боже мой! Ну так бывает. Да это трындец, это... Капец, меня чуть не закопали заживо, подождите. Ну дайте руки, дайте, сейчас я выберусь, подождите. Ё-моё! Меня этот чел... Ё-моё, вы чего, убили что ли? Пришлось. Трындец. Он меня чуть не закопал заживо. Подождите, а где мы вообще находимся? Что это такое вообще? Здесь никогда бы не было, кстати, еще. Это какой-то полигон. Так, не понял. Ё-моё! Посмотрите в кусты! Тут могилы другие еще есть. О, господи. Ё-моё, это какой-то серийный убийца, походу. О, чего? Слушайте, а как вы меня нашли вообще? Да так, связи. Ага, хорошо. Друзья, что происходит в этом городе? Я который раз это уже задаю. Трындец, ну мужик, не надо было лезть ко мне. Лопата здесь. Вот его лопата валяется. Да-да-да. Смотрите, вы знаете, сколько этот Мерседес стоит? Он около 15 миллионов, капец. А что он здесь делает? Это несколько моих зарплат, может даже больше. Ничего себе! Вообще там по 5 миллионов, ну вам, в принципе, пофиг, не важно. Вы скажете, никак вот полковник, да? Подождите. Конечно, ты что? Это какая-то развалюха, прям капец. Ну, у меня такой же. Такой же? А что это вообще такое?
А, это Чирок, походу, слушайте. И тут еще мопед какой-то стоит. Фига, смотри, какой моцик. Да, моцик, смотрите, реально. Уф, слушайте, нормально. А че это с гараж какой-то? Офигеть, мне даже страшно на это смотреть, оно сейчас развалится все. Он, давайте еще. Это, наверное, украденные машины. Кстати, да. О, смотрите, тут еще салон чуть-чуть сохранился. Капец, оно ржавое здесь все. Это реально, походу, Чирок. Конечно. Так, ладно. И вот моя BMW. Тринис. А вы на чем приехали вообще? Пошли, покажу тебе. Так, давайте, давайте. У, мы на трассе, не туда. Вот он. Ого! Тоже Чирок, ё-моё! Слушайте, я не знал, я про вас много чего не знал. Такой вообще крутой. Да стоял там где-то у меня на даче. Прикольно, конечно. Блин, кстати, это походу этот выезд, да, из города получается, или подождите? Да, это выезд из города. Пытательная, блин, капец. Ладно, что тогда подождите, вы знаете дорогу туда назад? Вроде туда надо ехать, да? Да вон туда ехать надо. А, ну хорошо, тогда этот, я тогда на своей BMW поеду, да? Да, давай. Да, все, давайте тогда, я если что, это завтра на работу приду, ну если, конечно, все хорошо будет, окей, все. Хорошо. Да, все, давайте, до свидания. Это спасибо, да, спасибо. Давай, не пропадай. Да, все, уехал. По встречке причем, что. Ладно, пофиг. Друзья, ну что происходит в этом городе? Я не понимаю, подождите, а вещи на месте? Вещи, пожалуйста, пожалуйста, чтобы. Хух, все на месте вроде бы, да? Вроде бы все на месте. Друзья, я всегда удивляюсь, что происходит в этом городе. Так, ух, ну хотя бы BMW не разбилась, друзья, это уже хорошо. Это чел, блин, утырок. Ладно, пофиг, друзья, заправляемся. Ой, заправляемся, ну, точнее, как бы за, соответственно. Короче, друзья, пофиг, запускаем, соответственно, BMW нашу любимую. И, в принципе, так, друзья, а что сделать с этими автомобилями? Если они, по идее, как сказал Павел Юрьевич, украдены, напишите в комментариях, друзья, что с ними делать. Так, а, друзья, вот это вот я должен, по идее, закончить. Ну чё, мужик, в принципе, да, кто кого, как говорится, выживает сильнейший, давай залазь, давай, ну чё ты, всё, вот там вот и будь, понял? Фух, друзья, трындец, просто трындец, ладно, с вами был Костыль, наверное, я с вами, друзья, буду прощаться, и, да, в принципе, всем пока, пока, друзья.